Опа, челик. Там челики. Три типа вижу. Троих, как минимум. Здесь пока не отлагает. Классно. Здорово придумал. Ну, я решил упасть на крышу, чтобы вот как-то эти лаги компенсировать. Время, точнее. Чтоб меня не убили. Блядь, такая херь, я охренею с этого пуга. Пластилиновые дома, кто это вообще придумал? Да, у Динхола было чека, что не. Ты играешь без SSD-шника, да? SSD-шника, но у меня SSD-шника все. Вижу тело в гараже, вот тут у меня. У меня тут тело в домах. У меня игра тоже не на SSD-шнике, нормально. Сковорода есть. Никита, держись. Вы что, по нему стреляете? Нет, я тут по своему челику. Сейчас что-нибудь стреляющее найти надо. Можно отлагать пупка? Алло. Нет. Говно, пиздец. Как мне это бесит, я не могу. Тихо! Эфир, лишняя информация, не засирайте. Пока рядом челики. Вон, вижу, дом на В. На балконе сидит. Угу. Данила, там где-то, где ты? Да я слышу, мне пока. Она сидит на балконе. Если поднимешь туда, я могу его поотвлекать из пистолета. Я потихоньку, на балконе на каком? Спускается с балкона. Спрыгнул. Обходит дом. Не вижу его. Так, Никит. УЗИшка есть. Значит, патронов. У тела УЗИ бери. А где он, на балконе? Нет, не на балконе, в этом. Сортирной комнате, блядь. Здесь у меня. Сбросил 60 патронов. Педик. Спасибо. Так. Где именно? Где в доме, в этом, в котором я. Я коряк заберу того тела. Только не понял, откуда с меня с дробовика-то выстрелили. А ну то он был. Да, сиди на лестнице. Угу. Классно, блядь, играем. Сука, пиздуй круто. Убил. Сразу умер? Да, сразу. Хуя себе третий жилет, только тут пидор. Коряк заберу. Когда забирай, я калаш заберу туда. Бля, патронов тут нихуя нету. А, ну ладно, я тебе 52 оставляю.
Блин, а чё, бинтов вообще ни у кого нет, что ли? У меня аптечку есть, не могу. Нужна аптечка? Да я бинтами полечу. На, скинул. Так, сбрасываю лишнее. Чё там у тебя лишнее? Компенсатор, потрошки, увеличенный магазин на СР-ку. И сбросил 15 бинтов. С доги второй шлем возьмите. Мне бы жилет поменять. Пробили. Тут первый только машина, лежит на первом этаже. Ну тут где-то, блядь, ездят по дороге. Обычно сюда никто не заезжает. Угу. Пом, подъехали. Не видно. Так, двухкратка и пламегаситель забрал. Нужно кому нет? Двухкратка нужна бы. По вашей МК увидите, кричите, блядь, вообще ничего нет. Окей. Ты кого-то видел там, крадешься? На всякий случай. Гараж открыт. А крыша закрыта почему-то. Может, следят тут? Может быть. Или... По-моему, гараж не трогали. Гараж второй открыт. Второй жилет есть. А, ну может. Ты забрал его или оставил? Не-не-не, у меня аж третий. Заберу, спущусь, это у меня первый кусок. Какой-нибудь найти. Возьми дробовик. Так лучше. Могу тебе УЗИ заряженную полностью сбросить. В обмен на АР-ку. А где ты, блядь? В каком гараже увидел? 4Х. Вот в этом гараже, в комнате. В смысле, в котором мы были, там, на первом этаже. Алло, алло, 4Х. А. Ну, нет, у меня восьмерка. Давай, да не выживай. Давай на калаш повешу. Ну хватай, короче, иди сюда, беги. Ну да, такое что-то. Ну чё, вражок? А чё нам бежать на край зоны? Побежали в центр. Бежали, да, в сторону гадки. На руины побежали. На руины. Так едет кто-то. О, но едет машина.
Полностью заряжены едут. 4 тела. Так, бой себя. Давай еще микрофон включу. Да нет, прицел. Вот третий шлемак. Жилета второго нет? Лишнего нет. О. Так, Дайн, тебе нужен? УЗИ. Забирай эту, забрасывай. Мой шлемак. Там второй жилет и второй шлем. Где? Где второй жилет? Ну, на контейнере, на желтом. Еще четырехкратка. Заберите. И двушку сбрасываю. И пламегазетик сбросил. А патроны не хочешь мне на УЗИ отдать? А, надо, да? Ну, как бы да. Ну, на. Я не против. Сбросил, блин. Ну, я же сказал, что УЗИ сбросил, про патроны ничего, мол, не говорил. Как бы оно подразумевается. Там я был. В большом. Маленький не трогал. 4x. Второй рюкзак. Кто-то едет. Дача. За бугром. Рюкзак. Он на бугре. Ты забрал. Пацаны, вот где? Остановились. Че там? Пацаны где-то в рельефе остановились. На СВ где-то. Они нас, скорее всего, сейчас постреляют. Тихо, еще что-то едет. УАЗик, ёб твою мать. Чуть не задавился. Накалил двоих. Это попал по ним тоже несколько раз. Есть УЗИшки попал, СМ-ки. Че, побежали их убивать? Или че? Да хер его знает. Они не в зону уехали, можем подождать их. Он дача поехала дальше. На СВ. Ну как-то, что-то я тут метаюсь. Дача уехала, все, они поехали на В. Куда эти, блядь, делись? Не знаю. Так, чуть дальше пробежать, затем рельеф может спрятаться. Так, бежит челик на 15 за деревом. Вырубил. Добил. Значит, где-то остальные бегают.
нас. Сзади могут принять. Вообще там спокойно. Со всех сторон, блин, видно. Ну да. А тело это далеко было, не? Что-то не вижу. Вон под холмиком лежит. На 30. А, так близко был. Да, вон еще одного вижу. За дерево на между 345N. Ближнее дерево? Никита, совсем так ближнее. Лежит. Попал два раза. Убежал туда назад. Может оббегать будет. Слева, не знаю. Может справа. УАЗик едет. Попал пару раз. Надо по бамперу стрелять, вы знали? Вон еще тело бежит. Положил одного. Еще одного положил. Еще вижу тело. Тело на 285. За холмом. Двести восемьдесят пять, 300 за холмом. Есть семерки лишние? Нету. 14 штук я скинул. Я все выстрелил. Где-то челик там за холмом. Данил, забери 14 штук. Ага, ага. Блять, у нас груз падает на W. Как раз к тому челику. Нет, челик на 300, это... Так. На 300, 330. Челик где-то вот здесь. За холмом. А, он там даже. Опа. Да ты стреляешь или это нет? Я стрельнул. Да-да-да, там же за холмом. К зоне побежал. Смотри, я в хер чё увидишь, блин. Ой, сука. Эх. Там челика залутать. А ты помнишь, где он? Меня там прикрывайте, он передо мной где-то. Он уже в зоне уже. Типа. Не видно. Он точно там. Да он убегал от меня куда-то туда. К реке. Мне кажется, вот это в рельефе искать кого-то не очень хорошая идея. Бля, ну оставлять его за это, в спине у себя тоже не очень хорошо, мне кажется. Тоже верно. Шо та хуйня, шо это хуйня? Это обе такие хуйни. Что я их рот. Не видно его, блядь. Ни разу я вот так с узишкой не оставался, да. Лейта. О, УАЗик. А, дача, серая дача едет к нам прям. Вот прям к нам. А вот к нам, да? День.
На СВ. Сдох. Данил, подними. А где? Да, здесь, сразу здесь. Убил? Да, да, сразу. Да, убил. Да, он сразу, он один был. Блять, опять жилет побили, ну что за хуй? Тебе тут мне патроны нужны, блядь, пятерки. Пятерки, пятерки, пятерки. Мне семерки. Четырехкратка. Нихуя сегодня тут. Мне оставьте пятерок. 30 штучек там. Хорошо. Че я дам? И второй жилет. Нихера, 9 аптечек, я 3 штуки. Ой, блядь, все забрал. Так, я... Скиньте мне аптечку, ничего нет. Или ты все 9 забрал, что ли? Да, раз, бросил 3 штуки. И еще 3 штуки, 2 пачки. Коряк, никто не забирает, что ли? У меня коряк есть. 4 буста сбросил. Еще 4 буста сбросил. Вот сюда отойдите, я здесь по кучкам раскидал. Знатно. Так, нам валить надо. А, в принципе, дача есть. А чё, блядь? Ну пошли уже по этому рельефу дальше. Там далеко идти? Да, ну в принципе не очень. Ну пойдем. Бля, у него... Нам тут... У него коряк был, да? Да. Ну, лучше 50-процентный второй жилет или почти убили? Не, лучше второй, если, мне кажется. Я бы, в принципе, калаш взял вместо имки. Ну, патроны я все высосал, так что не надейся. Так, что-то... Мне показалось, думаю, что едет. Так, там в лесу стреляются на С. Возможно, те челики на УАЗике, которые... Ну, это не точно. Не забывайте, у нас еще тело может в спину уйти. Ну что-то да. Мне кажется, он на руинах уже. Где-нибудь. А, все равно это в спину. Ну да. Мы что, в домах? Коряк забрали, тут нет? Нет. Я нет. Я все равно сегодня стрелять не умею. В дома пойдем? Зачем? Нам дальше бежать надо. Смотреть, что там хорошего. Ну, чисто если там умпик. А ты бежишь, господи. Чисто если там умпик где-нибудь лежит. Было бы неплохо, а взял туда все. Компенсатор на автомат есть. Глушитель на ПП. На винтовку что-нибудь. Ну, ствол приклад. Ствол, компенсатор есть. Давай возьму. Дай... Зона вас поджимает, пацаны. Я забрал еще. Зона опять вас поджимает. Ну че вы, блин, как да прошлый раз. Господи, шо ты вот это вот. Лечиться есть чем. На слух такой себе. Мне вблизи особо нечем стрелять. С калаша вблизи зажим распиливает. Распилить. Ну, в общем, распиливать бы патроном. Ладно, в любом случае, 5 штук. У меня тоже в одной М-ке магазин и в другой магазин. На М-ку могу сбросить. 80 патронов за камни сбросил М-ки. Нихуя себе. А, кстати, у меня еще 30 есть, давайте скину. Там мне уже хватит. Но у меня не нужны просто. Сейчас подбегу, подожди. Груз падает он справа. На. Бля, я не понял, здесь. На той стороне дороги рельеф хороший. А высовываться проверять. Неохота. Левее надо брать. Левее? Да. Ну пойдем. У нас в спине никого нет. Или вот сейчас прямо перебежать за камень. Подождать, пока зона начнется идти. Ну, за УАЗик можно посидеть. А что за дача желтая стоит, видели? Она может резнуться здесь.
На церкви вроде никого. Могут быть в этом. Вон бегут в церковь двое на холме. Стреляем. Из церкви бегут. Трое. Я ни разу не попал. Я вроде тоже. Так, я перебегаю. Опа. В ангар бегут. Как ты ж... Стреляют из ангара, стреляют из-за дерева. Да-да-да. И там еще за этим, вдалеке за домом. Слева от нас стрельба. Ай, блять. Вон, вижу суки. Тело. Положил. Красавец. На 240. Положил одного за дерево. Так, зона прямо рядом с нами, да, в ангар так уходит. А где за ангаром было? За ангаром, там вообще было, за голубым домом туда вот на СИЕ. 240 тело, за камнем. Эти прям в ангаре сидят, я их вижу. А, и сбоку ангара. Блять, ну встань ты. На 240 два раза положил кого-то, но так и не убил. Чё слева? Вон, за ангаром. Опа, по мне стреляли. И в ангаре. Ах ты пидорас, а? За ангаром? Положил ангаре, за ангаром. И в ангаре еще один. Поднимай его. Да-да-да, безопасно, безопасно. Гранату кинул. Вань, смотри, там с 240 могут сейчас. Я ангар сейчас держу. О, блядь. Ангар побежал поднимать. Пацаны, бежать надо. Да сейчас медленно будет, сейчас похилюсь. Вот смотри, камень, видишь, одинокий на 240? Вот за ним. Я видел, я там стрелял, туда стрелял. Я там двоих. Это... Бежим, 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 бежим. В ангаре было тело. Да. И за ангаром. Типа, это что у нас так, блять, мы здесь чистовато. Да кстати, нормально, нормально. Нас никто не увидит. Да, держи, чтоб нас с ангара не вышли. Я стараюсь, как бы. Слишком ты жопу высунул. Надо посмотреть. Так, перебегают в гараж, перебегают. Один перебежал, видел. Да, они вот из ангара. На том стороне ангара получается. Вань, вот, Вань, куда ты бежишь? Вань, в гараже там кто-то. Так, в спину, бежит. В спину заходит. Спину в спину. Да, блядь, ну что? Ну, а я кому говорил, в спину заходит? Я видел его, Данил. Я не успел. То есть он меня сумпа в голову, видимо. Тихо. Да, нет. Я не вижу, я на слух пытаюсь. Сразу... Что здесь поднимаю? Давай, я поднимаю. Он сразу умер? Нет. Значит, друг есть. В гараже там тело было. Бля, шлем нужен теперь. Где-то труп, блин. Человек на 255. В чистом поле, блядь, бежит. Блядь, шлема нету, ёб твою мать. Положил его. Я его уложил, там еще, значит, есть.
Добейте его, за дерево ползет. Ладно, сам добью. Добивай. Опа! Нихуя себе мне сразу. Заползешь? Подними, да, подними, быстрее. Я вот не понял, как он мне третий шлем сразу снес. Эмки. Он там сидит еще, да? За деревом где-то? Не знаю, может они поднимают. Нам надо в ангар забежать. Пойдем. Так, а зона ж... Занять ангар. А, да. Отходим туда сейчас? Кажется, да. Данил, ты в ангаре? Да. Пока никого не вижу. Вижу челика. В гараже. Там два склада. В одном гараже? Ну, один чел, короче, на первом. И склад, видимо, на втором. Погоди, так ну, часть, часть ангара в зоне. Да, мы вот здесь в зоне будем, походу. Он на первом этаже выбежал. Вышел. За забором. Фух! Все? Сколько? 4 кило. 8. И у меня 0. Бля, я что-то думаю, больше народу осталось. Не один протон. Доги. Такой появился из ниоткуда такой. Не-не-не, Никита затащил этот раунд. Он меня поднял один раз. Не, ну да, кстати. Пользу принес. Не, по-любому. Да и попадал сколько тоже, чёрт. Положил двух минимум в конце за камнем. Не, ну положил. Мне тоже он положил, а сколько? Двоих, которых не добили. За принтскринит. Ну чё, прикольно. Коряк это топчик. Не знаю, я не умею стрелять.